Вот мы и добрались до поселка Приазовский. На фоне совсем недалеко вы видите храм или церковь, в которую мы постараемся попасть. Ну, пойдемте, поехали, посмотрим. Всегда ставлю Николай читаться Орцу. Получается, море далеко, да? Ну да, видишь, они ходят, скорее всего. Ну, на картах изображено оно отдаленно. Сейчас идем вот сюда. Как я предполагаю, что это какая-то резиденция для паломников. Паломников, правильно? Правильно я произнесла. Все в одном стиле как будто построено. Что церковь, что вот это здание. Я думала, это что-то связанное с церковью. Ну да, с церковью связано. А, туда нельзя заходить? Ну да. А, ну ладно. А, еще хотела спросить, вот там на въезде тоже такое же здание похоже, это что? А это тоже. А, понятно, спасибо. Ну да, сейчас вот съездим, посмотрим, куда ходят купаться местные. В общем, мы не разобрались, куда вообще и где тут съехать можно к морю, но море далеко. Что мы нашли? Вот такое местечко. Класс! Блин, как круто! Такая растительность, да, деревья растут еще, главное. Угу. А как лог, видимо, водичка. Влага есть. Озеро же от чего-то. Потому что, когда едешь в Кучугур, там же нет деревьев. Озеро же от чего-то создалось. Ну, да. Так интересно, лапку тут поставили, да? Все хорошо, красиво. Это не просто лавочка, а со спинкой еще. Все это красное. Да. Здесь было вот это озеро. Я местный, поэтому могу вам рассказать. Там бы уже рыба ловилась. И мы не знали, что такое куда-то ехать на рыбалку. Там. Не знаю почему, но многие говорят, что из-за того, что
храм построили перед Абдулшей. Родник перестал бить. А, родник даже здесь? Он уже наполнялся от родника. Нету их. Ничего нет. Теперь мы осиротели. Мы теперь думаем, куда бы нам поехать на рыбалку и так далее и тому подобное. Это лужа. Она вообще ни о чем. Мы раньше теперь... было глубоко, где могли рыбу ловить, да? Да не то, чтобы рыбу ловить, отдыхать и кайфовать просто. Отдыхать. Но теперь этого ничего нет. Теперь этого ничего нет. Теперь только одно воспоминание осталось об этом. Ну да, жалко так, конечно. Конечно, жалко. Вот. Вот мы посетили еще одно место. Поселок Приазовский на Азовском море. Очень необычное место с красивыми видами, с церковью.